Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать, наверное, в самую дебильную рубрику на этой планете, где мужики надевают чулки, а девушки становятся качками-переростышами. Короче, модный приговор в Майнкрафте, что ли. Сухарик, утка! Стасик, ты чё в голову в песок зарыла? Это уже четвертая серия подряд «Выбери что-то правильное», и она выходит только благодаря тебе, потому что мы читаем каждый комментарий под всеми роликами. Я на самом деле реально удивлен, насколько же вам понравилась эта рубрика, и многие просит, что, мол, Эдисон, выпускай его, конечно же, потому что эта наркомания как раз-таки больше всего поднимает мне настроение. Поэтому держи! Выбирайте, выбирайте, кто первый тянет, давайте, кто сегодня с кем будет сражаться. Ты что вытянула? Синий. Красный. Так, я против Сухарика. И, конечно же, Мия против Стасика. Сухарик, ну ты знаешь, что ты будешь делать, Сухарик. Я иду по первой. Я пойду выбирать по старой доброй традиции. Ты идешь выбирать, а Мия в тюрьму. Мия, ты сегодня наказана. Так, почему Мия в тюрьму? Причем здесь Мия? Нет, ты красный. Вы. А, подождите, то есть я в тюрьму. Ты уходишь, да. Нет, подожди, тогда знать. Фу, я вообще перепутал. Стасик, ты в тюрьму. Сегодня у нас Мия будет. Короче, ты сегодня в пролете, Сухарик. Сегодня у нас Мия будет выбирать. Мия, жди здесь. Сегодня мы будем выбирать то, что находится в стакане. На меня уже только что наехали. Мол, Эдисон, ты что такой дурак? Ты поставил все предметы вот сюда, в эти стаканы, в эти блендеры, и ты думаешь, то, что я не вижу. А вы что думаете, то, что я такой дебил? Это просто обманочка. По этим предметам, ну, в принципе, если ты хочешь, ты можешь как-то определить, что находится снизу. Тебе нужно вот сюда, в эту шухлядку, вот в эту тумбочку зайти. Понимаешь? Только пока что не заходи. Нет, подожди. В этой серии у нас, как обычно, появится много всяких интересных вещичек. И с каждой серии мы пытаемся модернизировать всю эту рубрику и только ее улучшить. Поэтому, если ты хочешь новую серию, ставь лайкусик, а мы начинаем. В общем, я... Приступай. Ты можешь уже что-то выбирать. Такие, о, тут что-то находится, я вижу все предметы. Ну да, подождите, нос зачесался. Тебе нужно вот сюда, на тумбочке, вот эти, на ящички. Ага. Ну, мы начали с простенького. Мотошлем. Утка-байкер. Так, Мия, здесь аккуратно, здесь, пожалуйста, очень аккуратно, Мия. Здесь очень нужно быть аккуратной. Потому что если одно неправильное движение, Мия... Ну, здесь прям... Мия, ты просто себе не представляешь, насколько сильно тебе повезло. Будем надеяться, что Стасику не повезет. Так, Мия, давай дальше. А мне вот интересно. Сейчас, Стасик, мы на тебе все считаем. Просто на поле для боев кто-то посадил кустик марихуаны. Вот мне интересно, кто это сделал. Ты выбрала кнопку «Мой друг ютубер». Это значит, когда ты будешь с кем-то сражаться, тебе на помощь придет ютубер! Придет ютубер и начнет его бить. Понимаешь, здесь еще был, ну... Я не буду ничего говорить, чтобы Стасик просто не спалил. Давай дальше. Следующий выбор. Короче, Мия. Здесь, пожалуйста, тоже... Ты смотри, как ее проносит. Ну, в смысле, не проносит в том плане, то, что ее пучит и проносит, а в том плане то, что... Короче, делай себе крылья, хорошо, Мия, давай все. Я пока что даже не знаю, что у него за лук, но Мия, мне нравится. Мне кажется, реально, или это самый адекватный вид шмот, который у нас был за все серии. Я не знаю, сейчас посмотрим. Давай Мия дальше играть. А, хотя, подожди, Мия. Это еще не все, сейчас-то ее может не пронести. Давай, Мия, убирай. Давай, выбирай, Мия. Аккуратно. Да как тебя... Нет, ты читер! Да. Ты читер! Ты понимаешь, что ты просто все самые наркоманские вещи просто как-то обошла стороной? Это просто карма. Это карма. Хорошо. Я в этой серии не буду смеяться вообще ни над кем. Потому что, как вы знаете, потом реально карма. Я смеялся над чулками, потом сам в чулках ходил. Нет. Последнее, что тебе нужно выбрать. Давай. Можно я сразу в лаву? Нет, Стасик, подожди, сейчас ты будешь выбирать.
Лук! Я убиваю или я помогаю? В чем он заключается? В том, что ты будешь стрелять стрелами, которые противнику будут придавать скорость. Поэтому противник будет немножко скоростной, а тебе будет сложнее в него попасть. Подожди! Ну прям реально какой-то ангелочек. Мамкин пирожочек. Реально, мамкин пирожочек. А сейчас, Стасик, я надеюсь, что мы сейчас на тебе отыграемся, потому что Мию реально пронесло просто. Стасичек. Посмотри на Мию. Ничего необычного. Мотошлем. Ангелочек. Все как обычно. Я надеюсь, что мы сейчас на тебе отыграемся. Стасик, давай. Хорошо. Выбирай что-то. Ты не смотри, что здесь находятся какие-то предметы. Это просто отвлекаловка, понимаешь? Я люблю жрать. Ты любишь жрать. Хорошо. Здесь у нас балаклава. Вы как-то можете все же ориентироваться на эти предметы, которые здесь находятся в этих стаканах, в этих емкостях. Да. Так, балаклава. Стасик, пожалуйста, чтоб тебя не пронесло. Пожалуйста. Подожди, Стасик, дай мы заценим. Хорошо, я надеюсь, что второй предмет тебя тоже не принесет. Так, давай, Стасик, выбирай. Ты уже модная. Знаешь, такой грабитель в балаклаве, который пришел на ограбление в стрингах. И рация! Рация — это у нас мой папа-мент! Это значит, что тебе на помощь при сражении кто-то придет помогать. Понимаешь, ты можешь вызвать его с помощью рации. Дальше, Стасик. Выбирай, что у тебя дальше может попасть. Вы явно знаете что-то, чего не знаю я, так что... Да почему? Да реально просто два ангела сегодня будут сражаться. Ты смотри, какие у нее крылья, не такие, как у Ми. Хорошо, Стасик, давай дальше. Я держу пальцы, просто переключен. Да нет! Да почему? Ты это самый... Лучшая чикса в бассейне. Короче, их просто пронесло. Реально пронесло. Поэтому они сейчас будут сражаться. Я надеюсь, что или я... Хотя нет, я надеюсь, что я все же не выбью потом вот этот предмет. Я надеюсь, что Сухарик потом его выбьет. Поэтому это будет в следующем раунде. Стасик, что ты... Выбираешь. Ты смотри, вся просто фиолетовая. Станьте возле друг друга. Я даже не знаю. Мне кажется, вот это самый адекватный шмот, который когда-либо был. Все, давайте возвращаемся, и мы начинаем сражаться. Полстака дошика тебе и полстака дошика тебе. Бабки у вас есть, вы знаете. Кто проиграет, тот отдает пятихатку своему противнику. Мия с луком, Стасик с палкой, вставлялкой. Стасик, где стринги? Стасик, где стринги? Покажи быстро! Стасик! Ой, так вы ничего не видели, запрещенные материалы. У Мии есть мой друг ютубер, кнопка, да, которая вызывает меня. Я приду к ней на помощь и буду бить Стасика рукой. А у Стасика есть рация, которая вызывает друзей ее бати. А бати ее мент, если что. Вот. Поэтому. Откуда ты знаешь, что у меня папа милиционер? У меня свои связи. Вы готовы, дети? Стасик, запускай шарманку! Подожди. Сухарик, запускай шарманку! Сухарик! Сухарик спит. Как только Шандракет молния, сразу начинайте. Опа! Поехали! Давай, Стасик, отбегай! Пидай, так хоть что ты делаешь? Мия убегает. У Мии только лук, а у Стасика только палка. Я не знаю, кто как... Воу! Ты смотри, как она ее толкает. Сейчас реально в лаву просто улетит. Мия, текай с городу. Зомби! Стасик, ты сама его заспамила. Алло! А зайдите обратно, Дуримондер! Стасик, успокойся! Стасик, бешеный, успокойся! Да ты Дуримондер Петровна! Стасик, ты что делаешь? Крипер, внутрь заходи! Крипер! Стасик, ты вообще с ума сошла? Димит! Все? Во-первых, нечестно, она меня била за картой. Стасик у нас просто немножко с ума сошла, как вы видите. Стасик себя просто в руках держать не могла. Мия, ты должна пятихатку Стасику. Стасик сегодня у нас затащила. Отдай мои там деньги, стой там.
Асик выиграла, это значит то, что у нас второй раунд. Сухарик у нас сейчас будет начинать. А нет, я буду начинать. Вот, Сухарик, ты в тюрьме давай там сиди. Все, пошли, пошли, пошли. Почему-то карма меня очень сильно не любит, если она на меня сейчас отыграется, и я получу все эти шмотки, которые я хотел, чтобы вы получили. Это будет вообще не смешно. Это четвертая серия самой дичайшей наркомании. Если ты не видел предыдущую серию, прямо сейчас надо мной будет подсказочка. Нажми и посмотри, потому что с каждой серии у нас просто самые дебильные вещи появляются. В прошлой серии вообще в чулках ходил. Хорошо. Так, у нас здесь мелкий. У нас здесь бесплатные бабки, получается. И у нас здесь кнопка ютубера. Это судьба, это просто... Да, четвертая серия. Почему меня так эта рубрика ненавидит? Я не могу понять. Как? Если мне выпадет второй предмет, я просто прямо сейчас заканчиваю серию и удаляю к чертовой бабушке весь Майнкрафт, потому что это реально не смешно. Вот это! Мне уже страшно. Так, все хорошо, здесь хотя бы нормально, здесь хотя бы нормально. Мотошлем, ну пока байкер в стрингах, это хорошо. Дальше, вот здесь сигареты были, хорошо, то что я сигареты. Так. Алмазный меч, ну... Алмазный меч точно, там ничего хорошего нет внутри, это 100%. Я... Да... Почему все смог... Ну, слушай, айфон, это значит то, что у меня будет подкрепление, я как бы кто... Что там было написано? Крышую весь район, то есть у меня будет подмог. Хорошо, дальше что у нас? Вот это. Кирка, которая называется алмазный меч. Чё за обман? Дальше. У меня вообще ватная палочка, давай начнем. Ватная палочка, хорошо. Здесь у нас запрещенная трава, которую я не знаю, выбирать. Здесь ромашки! Я знаю то, что я многим людям уже на этой планете должен ромашки, поэтому я запасусь ромашками. То есть. Да? Ему выпал золотой нагрудник? Нет. Слушай, ты знаешь, со стрингами будет очень хорошо сочетаться. А, я знаю, что там. Там на S, да? О, нормально, да. Меня просто ненавидят. Просто, если я сейчас выберу тот самый предмет, который я пытался уже всю серию... Пожалуйста, пощадите меня. Ну, здесь у нас кирка, здесь у нас мотык. Ну, давайте выберем так. Не выбирай. Ху! Пронесло! Оставь, пусть опорщится. Немножко, да, глаза как раз. Кто-то с чего-то выпирает. Хорошо. Пронесло-то как! Сухарик, надеюсь, тебя не пронесет. Нагрудник надень еще. Сухарик, подожди. Вот. Ну, понимаешь, на нагрудник просто не помогает, потому что у меня настолько огромная, ну, типа, операция хорошая была, знаешь, прям через нагрудник все вылазит. Сухарик, твоя очередь. Пожалуйста, выбери, ты понимаешь, ты сегодня будешь просто тем единственным, у кого будет эксклюзивный... Да пошёл ты. Эксклюзивный... Да что, подожди, а что он выбрал? Юбочку он выбрал. Ты... Мы, короче, Стасик, мы только сегодня с тобой в стрингах будем, они все в юбочках, мы с тобой в стрингах будем, хорошо. Выбирай дальше, Сухарик, выбирай дальше. Да три человека сегодня у нас будут байкерами. А Стасик у нас вор, воришка. Следующий, хорошо. Вор. Это значит то, что и у меня будет три зомби-подмога, и у тебя будут три зомби-подмога. Следующее, Сухарик, выбирай что-то хорошее выбери, пожалуйста. Ватную палочку. Он выбрал ватную палочку на дачу 3, это значит то, что я сегодня по всей карте летать буду. Дальше! На дачу 2 там. Дальше. Ты один лишь с грудью. Я один с грудью, он один с бородой. Почему мужикам в этой серии, в этой рубрике, в принципе, не везет? У них крылья! Что это ангел, что другая ангел? Я с сиськами! 23-летний мужик с бородой с сиськами.
Хлебушек. И в стрингах. И в стрингах. Нормально. Ну, тебе больше повезло, чем мне, сухарик. И последний. Ты думаешь, 15-летний школьник с бородой? 15-летний школьник с бородой, как у какого-то, я даже не знаю, монаха. Хлеб. Да! Да! Подожди! Подними голову! Нет. Ты под... Так, подожди. Ну, сзади все. Да подожди, ты не крутись, сухарик. Сзади все, понятно. Подними еще раз голову. Просто нужно зацепить. Типа, это реально, ну просто на секунду. Представь на секунду. У девушек все нормально. У меня 5-й размер. У сухарика, ну, как бы природа не дала на левой размер, там ничего не выбирает, зато в бюстгальтере, зато в лифчугане. Как, ну, давайте сравним. Пожалуйста, только не смеяться, давайте сравним. Это у нас команда девушек. Крылья, все как должно быть, да? Это у нас команда мальчиков. А, стринги, лифчики и титьки на пол экрана. И юбочка. И юбочка. Почему нас эта жизнь так не любит, а, сухарик? Вот это просто идеальная камбушка. Если бы это кому-то выпало, это было бы просто супер. И лифчик, и стринги. Но, к сожалению, в этой серии не повезло никому. А мне повезло. Единственное, мне не повезло. Дайте дошек и начинаем. У меня в руках алмазный меч. Бойся, сухарик. Кирка, которая называется почему-то алмазный меч. Только, пожалуйста, в лаву меня не сталкивай, хотя у меня, наверное, мало шансов сегодня выиграть. В общем, начинайте, нажимать? Вот это, запускайте вот эту шарманку. Да. Ты отланч. Ты где? Он утекал туда, он прячется. Подожди. Подожди, иди сюда, сухарик, иди сюда, со своей палкой, моталкой, втыкалкой. Так. Зомби только меня, пожалуйста, не трогайте. Сухарик, иди сюда, сухарик, потому что день как бы на улице. Да! Сухарик! Подожди, со своей палкой, подожди. Все ваши дружки это как-то немножко сдохли. Плохая блейд. Да, ты смотри, он меня заманивает, чтобы лаву столкнуть. Да. Сукуляка! Ах ты ж, пропердолька-то такая. Ах ты ж. Алло. Не, ну в прошлых сериях через какое-то время криперы же появлялись. Это вы что, издеваетесь? Это он сам появился. Сухарик! Убери этого дебила! Да убей ты его уже просто. Сухарик, давай договоримся. Нет, вот это плохой договор. Может, иди, пожалуйста, в одно место. Так. Тогда уйди ты! Сухарик, ты дурак! Ты дурак! Сухарик, ты чё делаешь? Да! Ты понимаешь, ты мне оставил одно сердечко, сухарик. Одно сердечко. Нельзя добить, да? Нельзя. Ну, слушай, я выиграл. Повезло мне, конечно, то, что мне алмазный меч сегодня выпал. Хороший алмазный меч. Пятихатка сегодня. Давайте пятихатку. Нет. Гони бабки. Да дай бабки уже, сухарик. Нет, мне не нужен айфон, дай бабки! Слышь, лифчуган летающий. Ты когда льви спешь, хотя бы шмотки снимать. Давайте, начинайте эту шарманку, Стасик, ты готова? Стасик, у нас готова. Да похрен, начинаешь. Почему? Здорово! Держи. Так, все, до свидания. Я сваливаю отсюда, Стасик со... Ой, подождите, я в другую сторону сваливаю. Да ёханый ты карапуз! Где Стасик? Я её потерял. Стасик.
Почему? Я как бы... Я район крышую! Почему вы на меня бежите? Мои яйца спавна! Стасик! В другую сторону! Стасик, ты куда-то своего друга вообще... О, да подожди! Ты, я вижу, ты очень сильная любительница выталкивать людей за карту, да? Стасик, она, у нее очень мало хп, потому что она себя подорвала. Стасик, я знаю то, что у тебя мало сердечек, а у меня сейчас уже... Стасик, ну когда ты ставишь крип... Да подождите, хоть меня бить! Да, опять первое место! Стасик, гони штукарь. Гони штукарь. А, у меня... Мамкин пирожочек, давай. Давай штуку гони. Спасибо большое. А сейчас сражение за третье место. Мия! Сухарик, приготовьтесь. Кто победит, получает 100 рублей, тот огромный молодец. Вы готовы, дети мои? Нет. Стасик, нажимай, и мы приступаем. Посмотрим, кто заберет третье место. Поехали! Все куда-то в разные стороны вообще разбежались. У Мии лук, кстати, я забыл то, что у Мии лук. Мия, аккуратно, пожалуйста. Вот это сейчас было реально опасно. Только, пожалуйста, по тактике Стасика не нужно действовать, не нужно за карту всех выталкивать, хорошо? Сухарик. Ну, Мия, Сухарик, что произошло? Почему завис? Он завис. Правило есть, правило, никакого реванша нет. Если ты завис, значит Мия победила. Мия, я тебя торжественно поздравляю. 100 рублей, подожди, дайте 100 рублей дам. Мия, он завис, поэтому 100 рублей твои. Ты смотри, эгоистка какая, ты что, только себе поставила кресло? Давай всем уже ставь тогда. Спасибо большое. Все, садимся. Сухарик, подними голову, Сухарик. Подними. А я сниму вот это, чтобы вам были видны мои труханы. Вот еще одна серия подошла к концу. Посмотрим, появятся ли у Сухарика ухажеры после этой серии. Потому что, мне кажется, многим его левчуган понравился. Ну, лично мне понравилось очень сильно. Ставь лайкусик, если хочешь продолжение. И в комментах можешь писать свои идеи, какие шмотки еще можно добавить в Майнкрафт. Потому что, ну, лифчики, трусы, я не знаю, что дальше будет. Может, еще что-то жестче, если у тебя даже чулки будут. Подписывайся на канал, чтобы больше никогда не пропустить мои ролики и мои стримы. И тогда, когда они будут выходить. Я скажу тебе еще раз огромнейшее спасибо. Всем удачи и всем пока. А я помашу тем, чем меня природа отдекорует в задницу своими титьками. Сухарик. Пошли. Ух, мужиков себе так найдем. Так у него нет груди. Груди нет. Груди нет. Лифчик есть. Борода есть. Это самое главное. А у тебя и лифчика нет. А у меня и лифчика нет. Я просто хожу и вот так стрясу.